Всех приветствую на нашем канале Optonet. Сегодня у меня на обзоре маленькая беспроводная Bluetooth клавиатура с тачпадом. Она подключается практически ко всему. Подключается беспроводным образом. В ней есть специальный маленький USB передатчик. В нее есть специальная маленькая батареечка, которая позволяет ей работать очень долго. Она с подсветочкой, светится и красным, и зеленым. В общем, много разных цветов. Также есть возможность включить режим переливания. Можно подключить, допустим, к вашему ноутбуку. Можно подключить к стационарному компьютеру или даже к телевизору, потому что с ее помощью намного проще управлять вашим телевизором, нежели просто с пульта. Через клавиатуру можно печатать, мышкой можно быстрее все перелистывать. Также здесь есть очень много разных отдельных клавиш. Например, такая как выключение громкости, клавиша добавления или убавления громкости, переключение вперед-назад, влево-вправо, например, видеороликов каких-то. Одна клавиша нажимает, нажимаем одну клавишу, и она сразу нас закидывает в интернет, в поисковую систему. В общем, очень много всего интересного и максимально сделано для того, чтобы было комфортно ей пользоваться. Кто еще не подписан, подписывайтесь на наш канал. А сейчас я ее распакую и покажу, как она работает. Итак, ребят, клавиатурка идет вот такой синей коробочке. На передней части у нас изображение самой клавиатуры. Давайте ее сразу откроем. В комплекте мы получаем вот такой вот microUSB на USB кабель для зарядки этой клавиатуры. Инструкцию по эксплуатации. И вот в таком вот пакетике идет сама клавиатура, чтобы не поцарапалась при транспортировке. Она выглядит очень круто, очень стильно, изготовлена из soft-touch пластика, очень приятная на ощупь и также в руке лежит очень хорошо и очень удобно пользоваться. Здесь мы видим все клавиши, которые есть на обычной клавиатуре, здесь есть точно так же, даже больше, потому что здесь вынесены отдельные клавиши правая, левая, клик мыши, дополнительные клавиши, вот как раз про то, что я говорил, еще выключение громкости, здесь еще правый и левый клик мыши, также есть маленький и тачпад, который очень хорошо отрабатывает то, что вы ему даете отработать. То есть в плане в том, что все отлично реагирует, никаких заторможений такого нету вообще, ничего такого. То есть он, несмотря на то, что маленький, он очень качественный и все делает как нужно. Дальше у нас есть клавиши переключения песен, добавления, убавления громкости, поставить песню на паузу. Это очень удобно, например, если вы находитесь далеко от телевизора или далеко от вашего компьютера, можно ее, в принципе, взять с собой в другую комнату, там радиус действия 10 метров, ну плюс-минус, естественно. И можно даже несмотря на экран, добавить или убавить громкость, переключить любую песню и так далее. Вот, на верхней части у нас находится клавиша включения-выключения этой клавиатуры и microUSB выход для того, чтобы можно было зарядить эту клавиатурку. На задней части у нас есть крышечка и под ней находится собственно та самая батареечка, от которой она работает, BL5C. И вот такой вот маленький передатчик, который нужно установить в любой свободный USB разъем, неважно в компьютере, в ноутбуке, в вашем телевизоре, абсолютно все будет работать. Чтобы включить нашу клавиатуру, необходимо верхний тумблер подвинуть влево. Включаем, и у нас загораются сразу диоды, показывая о том, что они действительно работают. Дальше можно нажать клавишу FN и включить F2, и смотрим, как она прикольно переливается, то есть светится зеленым цветом. Также можно еще раз нажать F2, она светится еще синим цветом. Также зажать F2 еще раз, она светится красным. А если нажать FN и вот по тачпаду просто вот таким вот образом вести влево, вправо или вправо-лево, можно все цвета перелистывать, это очень круто. И на самом деле можно любой цвет выбрать. Вот смотрите, например, желтый, синий, фиолетовый или даже голубой. Ну, в общем, много всяких цветов, и каждый, думаю, себе найдет цвет именно тот, который ему нужен. Это очень-очень круто. Ребят, клавиатура очень полезная, делает все то, что именно нужно. Каждая клавиша очень классно нажимается. И смотрите, прикол еще в том, что подсветочка именно сама выключается для того, чтобы экономить заряд нашей батареечки. А когда мы нажимаем нужную нам клавишу, она автоматически включается. Это очень удобно. Для того, чтобы подключить нашу клавиатуру к нашему, например, ноутбуку или неважно к чему, нам необходимо один свободный USB разъем и вот этот датчик с нашей клавиатуры вставить, собственно, в этот самый USB разъем.
Вот, видим, что на рабочем столе мышка у нас передвигается. Также я могу нажать правой клавишей мышки и, например, вот именно создать на рабочем столе. Правда, на камеру плохо видно, но видно, что я именно это делаю через клавиатуру. И через клавиатуру, смотрите, я могу создать какую-то папку. И мы видим, что действительно я печатаю на клавиатуре. И все это делается в папочке. В общем, ребят, вот такая клавиатура. Вывод очень маленькая, очень удобная. И в то же время работает со всеми устройствами. Все, каждая клавиша очень классно нажимается. В общем, ребят, кому понравилось, по ссылочке в описании переходите на наш сайт Optanet. Посмотрите, изучите более подробненько. И кому будет интересно, конечно же, заказывайте. Это очень классный девайс. Вы были на канале Optanet. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте оценивать наши ролики. И до новых встреч.